Таза Омр. Чистая жизнь. Под таким названием провела марафон партия «Зеленых байтах». В акции приняли участие столичные жители, экоактивисты, сторонники и члены партии. Участники марафона пробежали 10 километров. Забег проходил в Центральном парке Астаны. Акция будет продолжена в течение недели и в других городах. Ожидается, что в ней примут участие много казахстанцев, экологические активисты и лидеры общественного мнения. Во время встречи партийцы рассказали участникам забега об основных аспектах своей предвыборной программы. Отметим, что в этот день подобные акции прошли также в Алматы и в Темиртау. Так как наша партия является зеленой, наша задача – это вопрос защиты окружающей среды и здоровья человека. Мы с этой акции хотим показать, что завтра также будет приноситься вред к окружающей среде, мы будем ходить все противогазом.